оба, мне 37 лет. В мою жизнь Иисус пришел, когда я была еще очень маленькой. Я однажды получила профессию учитель начальных классов и работала с маленькими детьми. Я их очень люблю. И сегодня у нас есть такая возможность рассказывать детям, самым маленьким, о Иисусе Христе, о том, что Он хочет быть их другом. И есть эта замечательная книга, и есть замечательный транспорт, чтобы ехать до края земли и радовать детей, говорить им о том, что Иисус их лучший друг. Анатолий, мне 43 года, и вот имея такую возможность вот эти книжечки раздавать молодежи, и мы уверены, что она коснется каждого молодого человека, молодую девушку, и они задумаются о жизни благодаря вот этим транспортам, и мы можем добраться до таких далеких деревень. Вот сегодня мы были в двух или трех деревнях, мы доехали, посетили молодежь и общались, и было очень хорошее, замечательное время.